Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Олег Викторович Ивченко, председатель благотворительного фонда «Рука помощи». Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим о вашем фонде, как давно он появился и что он делает. Ну, наш фонд появился, то есть официально уже третий год идет, как появился наш фонд. Что он делает? Мы просто помогаем людям, несем добро, несем любовь в наш город, в Рязань, в социум. Вот. Как он давно появился, как из чего начал, наверное, да, вас интересует. Это год, лет пять наверное, назад это началось как-то с волонтерского движения. Это родители меня поддержали в этом. Поддержал супруга, поддержали друзья, близкие, окружение. То есть э, из-за этого создался какой-то волонтерский такой отряд. И мы начали какие-то дела добрые делать. То есть мы зажглись этим, потому что я живу вот рядом с Викторией Плазой. И там, знаете, есть помойка такая за ней, и там люди постоянно, как бы, кушают, едят с помойки. И это ежедневно происходило, туда вот выкидывали вот эти вот, ну, огурцы, помидоры, то есть фрукты какие-то, эти вот продукты, и они кушали с, с помойки. И для меня это прям реально дикость была, жесткость такая. И я думал, почему бы просто не делать как, как, какие-то хорошие вещи. Я понимаю, что эти люди где-то по своей ошибке, может быть, оказались в таких ситуациях жизненных, да, но все-таки мы все равны, как бы, люди, и хотелось им как-то ну, помочь, поделиться чем-то, потому что... У тебя есть в холодильнике еда, у него нету, как бы, ну, и для, ну, у меня не убудет, если я поделюсь. И мы начали просто готовить пищу и кормить раз в неделю по разным точкам, то есть города, где-то на трубах в дошках мы кормили, где-то вот на во дворах и рядом с помойками, какими-то такими местами, где сдают металлолом этих вот бездомных людей. И общались и с ними, кормили, то есть вот так вот как-то вот началась такая работа. А как все это продолжилось? Как часто кормили? Ну, кормили раз в неделю. Продолжилось это как? Это то есть, начало набирать обороты такие более серьезные, потому что люди начали приходить с улицы, то есть начали интересоваться. И где-то нам тяжело стало самим все это собирать. Но, знаете, мы обращались к бизнесменам, к предпринимателям, нам давали продукты. Как-то вот так все делалось, а потом появилась такая идея, почему бы не обратиться в кафе в какое-то или в какую-то столовую, чтобы нам готовили, предоставляли пищу, то есть на благотворительной основе. И так мы обратились вот в кафе, которое находится на пятой базе там кафе директора Эльдар там его зовут, он готовит нам по сей день, причем эту пищу для бездомных голодных людей вот этих вот. Только мы передали это, то есть другим волонтерам, ребята сейчас по сей день пользуются этой пищей, то есть кормят и это приятно, что какая-то частичка нашего фонда, то есть наши руки в этом есть. До сих пор они кормят на второе Рязани людей каждую субботу, по-моему. А как сформировалась команда? Легко ли было привлечь друзей ко всему этому? на самом деле я всю деятельность нашу выставлял в контакт, выставлял в соцсети, то есть и делился своим сердцем, своими мыслями. И это привлекало моих друзей в контакте, каких-то одноклассников, каких-то друзей просто по общим интересам. И, как бы сказать, да, проблем с этим не было. То есть всегда вот есть те, кто поддерживает, всегда есть те, кто хочет то есть, помочь. И вы начали, знаете, вращ... то есть помогать вещами. Мы начали, с, к нам обращались люди, потому что мы завели группу, то есть ВКонтакте как волонтеры. Обращались малоимущие, многоедные семьи с просьбой о помощи каких-то там вещей для детей, кроваток, еще что то еще что-то. Мы начали это искать. Ну как мы искали? Просто так же кому-то обращались, даже звонил я по Авито, тем, кто отдавал кроватку, продавал. Я предлагал, не хотите ли вы пожертвовать, то есть вот такой-то семье, которая оказалась в такой ситуации. Люди отвлекались, отдавали. Просто мы это все организовывали и передавали. Это все дело выставляли, люди смотрели, зажигались и присоединялись. То есть вот это как-то все началось с, вот, как волонтерство. Потом, конечно, я увидел то есть, большие какие-то горизонты да, вот в благотворительности и вообще в этой деятельности. То, что можно делать какие-то проекты, можно ну, достигать других слоев другие слои общества, приходить в другие места, где есть нужда. И я увидел Новосибирский фонд рукопомощи благотворительный. Вот, вот красный вот этот вот логотип рукопомощи, я обратился к ним, как они все это делают, то есть, и начал, то есть, можно сказать, как они кураторы стали мои, там Сергей Зайков президент фонда у них, я купил логотип их. то есть, ну, там за пожертвование, можно сказать, тоже за незначительную сумму, так как этот логотип разрабатывался дизайнерами тоже, это фирменный стиль, фирменный цвет, то есть, нас ни с кем не спутать, где-то вот... Наша картинка в интернете все, в принципе, знают на наших сайтах. Вот, и мы начали регистрироваться, то есть я, моя мама, как соучредитель и товарищ мой, Алексей, мы в министерстве юстиции начали регистрироваться как Рязанская региональная общественно-благотворительная организация, рука помощи. Вот с третьего раза мы зарегистрировались, все это тянулось много, потому что много всяких нюансов, устав переделали много раз, всякие там, ну, незначительные ошибки в документации, но в конечном итоге мы зарегистрировались, то есть и все, и мы сейчас официально третий год существует. Как общественная организация, мы вот, делаем разные проекты, сделали уже, я считаю, достаточное количество проектов и идем вперед, то есть набираем обороты. А касаемо проектов, какие сейчас проекты, какие проекты были? Ну какие проекты были? Мы помогали, вот комплексный центр социального обслуживания населения Семья, допустим, находится на чкалова Мы там отделывали им комнату по их просьбе директора к нам обращалась. Там мамочки, которые оказались, то есть не совершеннолетние, оказались беременными. естественно, у них нет никакой поддержки. Их принимает этот комплексный центр на свое обслуживание. Они там живут, находятся. И вот эта комната, где после роддома они туда попадают, в эту комнату. И там эта комната должна была отделана быть всем необходимым. То есть кроватка, ванночка, ходунки, пеленки, то есть всякие какие-то принадлежности для того, чтобы младенца мыть, стирать, то есть там и все такое ухаживать за ним, мы эту комнату отделывали, делали им, то есть мы э, аэрографию нарисовали на стене, очень интересная там сказка такая красивая, это художник тоже откликнулся, на благотворительной основе принял участие, разрисовал им стену, завезли туда новую мебель, то есть там кроватку, все такое, все организовали эту ну, комнату и все, и начали пользоваться, то есть вот. Потом мы а, там а, перешли дальше на какие-то проекты, то есть и делали, дальше откликались, то есть на нужду уже, как вам сказать, семейные, да, люди, когда обращались в семьи, мы переключились на гуманитарный склад. Гуманитарный склад. Мы обратились в рекламные агентства, чтобы наш, э, наши баннеры разместили по городу. Вот наш повесили тоже на благотворительной основе. Э, гуманитарный склад. Мы собирали вещи. Люди несли вещи с, со всей Рязани, то есть мы их собирали и передавали семьям в районы обычно или здесь в Рязани Семьи там малоимущие многодетные семьи. Мы туда приезжали, смотрели какая ситуация там и помогали им вещами помогали игрушками, вещами, детям. То есть, вот. И начали смотреть просто на Новосибирский фонд, какие они делают проекты, и начали немного перенимать и делать у нас здесь их. А, недавно у вас стартовал проект под названием Добрый сундучок. Вот расскажите о нем пару слов. Да, добрый сундучок, знаете, так интересно стартовал в нашей организации. Я, в принципе, не думал, не видел этого проекта. Ко мне позвонила на, на мой телефон девушка Ольга и говорит, здравствуйте, то есть вы не слышали о таком-то проекте, вот он в другом городе есть, такой добрый сундучок. Ну, в общем, я говорю, давайте встретимся, пообщаемся. Мы с ней встретились, и она мне рассказала, показала видео, как это делалось в другом городе, что это смысл и тема такая, что обмениваются мамы вещами детскими, то есть это добрый, добрый шкаф у них, по-моему, называется, а мы сделали добрый сундучок. Вот и мы обратились за помещением в администрацию, нам его предоставили. Тоже долго эта процедура шла вся, но нам предоставили помещение, это нежилое помещение, как бы старая кварти ну, квартира на первом этаже, но оно как нежилое считается. Мы сделали ремонт общими усилиями, тоже благодаря наших партнеров, то есть э, много вот благодаря всем как бы, друзей, ну, друзья, партнеры, только за счет их мы что-то можем делать. Как бы, и сделали, вот поставили стеллажи, все, люди туда сейчас приходят, обмениваются вещами, и я думаю, что это большой плюс и большой вклад также в социальную сферу нашего города и принесет большие плоды в нашем городе. Есть такая мечта сделать это еще в каких-то районах нашего города, было бы очень здорово это сделать в отдаленных так районах это Ряж, Скопин, может быть, Михайлов, если поставить там точку вещевую, такую же вот и один раз в неделю хотя бы ее открывать, это мне кажется большая помощь была бы в социальной сфере нашей Рязанской области. А помимо проектов, у вас тоже ведь есть какая-то деятельность, какие-то благотворительные мероприятия? Конечно, у нас ну, то есть в нашем фонде постоянно идет постоянно идет обращение к нам людей нуждающихся. Мы постоянно это берем на карандаш, рассматриваем, смотрим, думаем, кому помочь, проверяем, нужна ли там помощь действительно или нет, потому что много есть шарлатанов всяких, много есть обманщиков, и мы это все проверяем. Мы делали тоже разные проекты. То есть мы делали в детском доме в Солочи проект «Чемпионы будущего». Это спортивный проект, направленный на детей, которые спортивные. То есть три дня футбол, флорбол, потом поездка в аквапарк, кормление их в Макдональдсе. Тоже это море эмоций для детей, вот, которые не имеют родителей. Общение с ними, постоянно какие-то игры, встречи. Вот. Больше, знаете, вот, наверное, им не нужны никакие-то подарки вот, спонсорские. Да? Им нужно больше Общение. общение с ребятами, у которых есть родители, но ну, которые, может быть, старше, вот как мы, мы приезжаем к ним, то есть, работаем с ними, общаемся в простоте где-то, сидим, и это тоже имеет, то есть, какой-то, они смотрят на твою жизнь, смотрят, как правильно нужно двигаться, просто какие-то примеры берут, тоже большой вклад. То есть, и вообще, наш фонд, в принципе, открыт для благотворительности, мы ищем новых друзей, новых партнеров нам нужно всегда, то есть вот наша цель, ну больше больше рассказать о себе в нашем городе, чтобы мы, знаете, были как-то сплоченнее. Наша цель, чтобы наше Рязань она чем-то отличалась, то есть чтобы мы вместе как-то были дружнее, то есть и помогали друг другу, больше было любви в городе. Вот как-то есть же вот, допустим, у кавказских народов там все за одного и все, ну и все за и все за одного. Вот, и тоже хотелось бы чтобы рязанцы они как бы, ну, друг другу помогали как бы чтобы не было как бы этот человек почему бы он может быть да он где то ошибся оступился в своей жизни оказался в этой ситуации то есть ну, нельзя ставить точку можно поставить запятую на этой жизни и всегда прийти и помочь то есть поставить он на другой путь показать ему путь ну, правильный в его жизни вот. И вот наш благотворительный фонд, в принципе, на это нацелен, чтобы помогать нашему населению, помогать э -э, нашим детям, то есть нашему городу бабушкам, дедушкам. Также мы делали концерты для инвалидов, ветеранов, большие. Это в том году на 9 мая, это города-герои, концерт, приглашали группу с Москвы. Мы там, то есть, 300 человек получили продуктовые наборы, это там были слезы этих бабушек, дедушек, они смотрели это представление, концерт. Тут много, много эмоций, много благодарности, То есть, ну, когда делаешь добро, понимаете, это ты, ты где-то не тратишь свои силы, а ты получаешь больше, больше получаешь энергии. То есть, вот это бумеранг добра, он работает. Также мы вот подшефные у нас взяли мы интернат, это на Сережной горе школа интернат Вера, там также дети больные, инвалиды, аутизм, ДЦП, трудные, там в классе по 5-6 человек. Вот. И мы взяли и над этим интернатом, то есть приезжаем туда, делаем праздники, дарим подарки. Приезжаем, делаем театральные представления, аниматоры с Москвы приезжают, делаем э, всякие там э, ну, веселые вещи, когда там столько эмоций, дети раскрепощаются, что-то делают, знаете, то есть я, смотришь, как вот спустя полгода они уже даже другие дети становятся в этом интернате, и ты чувствуешь, что вклад твоих вот, усилий, он есть. Буквально сегодня я приехал, сейчас оттуда мы делали сегодня, в преддверии 8 марта, праздник для... Но ну, детей, там, маленьких детей с их бабушками и мамами. Был мастер-класс, они рисовали там, пузырями веточку в сирене с тюльпанами, то есть там наклеивали руку такую, поделку делали, то есть вот тоже это было интересно. Был сладкий стол, пирожные, чаепитие, пицца Орликина постоянно участвует, привозит нам свою пиццу туда, то есть и смотришь, уже вот за чаем там мамочки, дети, ну начинает вот это общение быть, вот это как раз самая польза идет. Когда вот эта психологическая, социальная разгруженность, она ну, происходит, и вот, ну, вдохновение какое-то у людей появляется, вот серость уходит. То есть, и вот она, любовь, она просто действует в жизни их. Ну, как-то так. Олег Викторович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие у нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.